Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Таня Лебедь-Юнака. Сегодня небольшой влог. Я иду в огород. На мне мятое платье. Хлопчатобумажное волокно, потому что у нас жара. Жара 30 градусов. Мне сегодня на работу к 2 часам, поэтому я утром отправляюсь в огород. А затем мы с вами посмотрим аутфит, в котором я пойду и на работу. Сегодня на мне бусинка Мурана, серебро. Впервые надела это колье. Подобрала его под вот этот вот набор несостоявшийся. Остались только серьги, кольцо поломалось. И браслет. Браслет, ручная работа, индивидуальная мастера Сергеева из Санкт-Петербурга. Браслет берсерк. Платье на мне балахонистое, оверсайз, на 3 размера больше, чем я сама. Кроссовочки фирмы Tamaris. Сумка у меня омского бренда. Очень классный вот этот бренд. Облегченный текстиль. Отделка кожи. Это такой вот рюкзачок. Что еще? Ну и все, больше ничего. Волосы я распустила, потому что я поливать буду шлангом. Ну а на работу, наверное, приберу волосы. Посмотрите. Сейчас утро. Я отправляюсь в огород полить его, потому что мне сегодня в 2 часа нужно будет быть на работе. Мы с вами посмотрим немножко моего огорода и посмотрим аутфит, в котором я пойду на работу. На работу я переоденусь. Я живу рядом с городским парком, прохожу по парку. Парк очень красивый. Несколько игровых площадок, несколько спортивных площадок, беговая дорожка. Можно заниматься здесь и спортом, и отдыхом. Окна моего дома смотрят прямо на парк. Я купила себе водички Аштау. Это минеральные воды. Тоже посмотрите, какая красивая бутылка. Можно их собирать. Их выпускают сегодня у нас в России. Фирменная бутылочка. Зашла в магазин, купила чулочно-носочные изделия себе. В парке дышится так легко, прям не хочется уходить. Обзор моей сумочки. Принт от Ван Гога. Омский производитель Галата. Текстиль, кожа. Вот он парк. Воздух наисвежайший. Сегодня идет подготовка к празднику. Щебечут птицы, гудят трактора. Иду в огород. Здесь можно и без слов. Я не великая огородница. Что-то только всходит. Капуста еще под бутылками. Потому что высаживала я ее, было очень холодно. Под бутылками сельдерей, базилик, петрушка. Ягодки только цвет набирают, картошка только-только всходит. Всходит только-только морковка, свекла. В общем, все еще в зачаточном состоянии. Нужно поливать, нужно полоть. 2 теплицы у нас. Мой десерт. Ну, а мужу я приготовила обед. Не совсем удачный, поскольку не следила. Ну, ничего, картошка, курица, лаваш. Идите, идите, идите. Я уже дома, готовлюсь к работе. Дорогие зрители, не буду затягивать этот ролик, хотя, конечно, можно снять, как я пришла на работу, как я включила свой аппарат УЗИ. Очень люблю ультразвуковую диагностику, сильно мне нравится это. Ну, не буду я это снимать. Возможно, немного выложу в шортс.
После работы еще хочу зайти в кафе. Тоже очень люблю. Рядом с моей работой находится хорошее такое кафе. Всегда можно найти что-то приятное для себя. Может быть, что-то выложу. Я поменяла сережки. На мне серьги такие. Ну, лето, лето, красота. И можно теперь менять серьги. Сумку я взяла такую яркую, красную, потому что на мне довольно-таки сдержанная одежда. На мне новые босоножки. Я вчера их купила. Это наша бывшая фирма Скороходы. Я очень люблю вот эту модель. И там же у меня на работе точно такие же фирмы Тофа. Просто вот обожаю вот эти шлепочки. И у меня есть такие же малиновые, но высокие. Тамарисы, высокий-высокий каблучок. Я бы их надела. Красная сумка и малиновые босоножки. Но не нашла их. Это надо искать, это нужно готовиться. А я сегодня и так уже оббежала пол Искитима. Дорогие зрители, я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого доброго, поздравить вас с Днем защиты детей. Пусть этот день будет вечно. Детей нужно защищать 365 дней в году. Пока-пока, мы с вами обязательно увидимся.